Так, мы все снимаем. Мы в местечке, которое называется Инари. Здесь рядом храм такой старинный. Это сам городок, в котором люди живут. Ну так они тут хорошо живут, судя по всему. Все тут так уютненько, ухоженно, чистенько, капитальненько. Вот он, смотри, такой красивый дом. Очень здорово. Меня вот там можно для фоткать? Тебя фоткать? Да. Давай. Ну, ты прям с камерой. Ну, конечно. Вот сейчас мы будем фотографироваться. Мы идем к станции. Мы посмотрели всякие разные достопримечательности. Идем к станции. Ехать на другое. Да. Ворота какие деревянные. Смотри, какие ворота. Тут много из дерева всего. Хотя дерева у них немного. Крышу чинит японские мастера. Протекает, видимо. Вот карта, но здесь ничего не понятно на этой карте. Что тут написано, не понимаю, что это Валя. Выкладывает фото в Фейсбуке. Вот, мы еще снять не успели, он уже выложил. Да? Да, мы еще до конца не дошли. А они уже все пойдут. Да, нам прямо? Прямо. Клево. Вот это, наверное, большая сакура будет, видишь, вот эта большая. Да. Можно, если завтра будем ходить по Киоту гулять, можно там к той сакуре подойти, подъехать. Одна у них основная считается. Ну что, получается бедненький. Ну, ворота вон какие длинные. Вон какие цветочки. Все очень необычно. Очень красиво. Ну, чистота везде, конечно, потрясающая.